Внимание на знаки. Тюменские автомобилисты никак не могут привыкнуть к новой схеме движения в районе улиц Одесской и Котовского. Из-за дорожных работ Котовского стало односторонне на отрезке от Пржевальского до Мельникайте. Со всех сторон установлены соответствующие знаки и схемы объезда. Однако водители упорно едут под кирпич, провоцируя аварийные ситуации. Чтобы навести в этом районе порядок, на всей улице Котовского работают наряды дорожной полиции. Из потока больше, наверное, половины не видят, не замечают знак дорожный. Ну, мы ориентируем, показываем, объясняем, что установлен дорожный знак. Люди, в принципе, понимают, адекватно относятся и уходят в правильном направлении.